В Башкирии начали сборку тракторов китайской фирмы «Ито». Выпуск организован в чешминском филиале госпредприятия «Башсельхозтехника». Как пишет «Башинформ», совместное производство налажено в рамках инвестпроекта китайской компании «Джифан». Он предусматривает строительство завода по производству тракторов «Ито» мощностью от 80 до 220 лошадиных сил. Планируемый объем инвестиций – 2 миллиарда долларов. Проектная мощность по сборке 3-5 тысяч, полного производства от 10 тысяч машин в год. Предприятия агропромышленного комплекса республики смогут покупать технику местной сборки за полцены. Остальное покроют субсидии, отметили в региональном Минсельхозе.